Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас на обзоре такой вот замочек фирмы DAF. Мы ранее открывали замки этой фирмы, также шестипиновые, также перфоцилиндр, но в другом исполнении. Ссылочка на это видео будет в описании. Вот, и давайте попробуем открыть этот шестипиновый цилиндр. Как вы видите, нет защиты от перелома цилиндра, благодаря чему и был получен, судя по всему, доступ к жилью путем слома цилиндра. И также нет защиты ни от высверливания, ни от вырывания самого цилиндра. Давайте мы установим личину, возьмем натяжок. Так, и возьмем вот такую вот клюшку. Значит, открываем в сторону вскрытия. Постараюсь максимально открыть личину, чтобы ее было видно. Так, и сразу сбрасываем. Эту личину мы не открывали ранее, поэтому вскрываем ее впервые и попробуем останавливаться на всех нюансах, которые будут замечены в ходе вскрытия. Так. И мы видим первый оборот цилиндра. Замочек в данный момент ведет себя более, мне кажется, приемлемо, чем его предшественники. А давайте попробуем открыть его второй раз. И мы видим повторное вскрытие этого цилиндра. Так. В общем, такой вот замок. Фирма, походу, турецкая. Вот, замки распространены как в Турции, так и в Европе, в некоторых странах, таких как Болгария. Если видео было полезно, ставим лайки, оставляем свои комментарии, вопросы, постараюсь по возможности ответить. Всего хорошего!